Она, походу, еще и в рандомных местах появляется. Вот так вот это выглядит. Кто не видел чатик такого прежде? Вот, вижу, кстати, тыква, смотри, стоит вон на этом. Эть. Вот это со сладостями именно тыква. Может, там где-то попрятаны прям так хорошо. А, вот, например, одна, смотри. Реально попрятали. А если это не продаются, эти тыквы? Продаются. Так, открываем. Не, но все равно, видите, сюда скидывается. Короче, сгуха, сникерс, таркола, сахар и сок. Все как в прошлый раз, я так понимаю. Летучие мыши, вон эти все дела. Вот, смотрите, как светит, видите? Что за тыквы разбросаны по локациям? В смысле, открываешь их, выносишь их из рейда, открываешь, там вкусности. Где-то там сидит мышь. Бегает. Бля, стреляет по мне. Чё, блин? Значит, один подошел, а один вдалеке все еще сидит. Так, один минус. Бля, вижу его, походу. Да ладно, блин, в кран поп... Бля, стоит.
Так, ну друга своего он пособирал, да, уже, наверное. Бля, один магазин где-то выпал. Да, друга своего он собрал. И раскинул, наверное, даже где-то, я так думаю. СССР-ка там должна быть 25-я. А, так это вообще не тот. Подожди. Не понял, блин. А, свободный. Продлил спонсорку до 8 месяца. Благодарю. Спасибочки. Так. Да, он, блин, убежал. Куда ты глазастый, бля? А где этот, блин, журик? Блять, вот он. Во! Ёп. Извини. Право. Килиться. Готов, блин. Фу, бляха-муха. Ля, какой чат. Ха. Вообще, кстати, не испугался, когда он выскочил. Вот с такой вот херней на меня вышел, блин. Сразу. Так. Ой, я могу маску эту накинуть? Фига. Найс. Так. Попробовать для спасения жизни в присутствии диких или боссов? Что? Да ладно. Сейчас прочитаем, что это за патрон. Секундочку. А, мне ж на старую, на выход. Так, необычный цвет. Говорит о том, что используется патрон для особых сигналов своим. Есть смысл попробовать использовать для спасения жизни в присутствии диких или боссов. То есть, если на меня нападут боссы, я могу этот патрон отстрелить, и типа они будут думать, что я свой, получается. И чё? И как? Не продаются такие на барахолке? Позже на бот. Ладно, пробую. Thank you.
Вот интересно, я должен был быть в безопасности за то время, пока он летит? Сколько там, 5 секунд? Или как это у них должно работать? Ботик. Ни хрена себе в безопасности, блин. Ну, либо мы реально должны быть в безопасности, пока он падает 5 секунд, либо это как-то работает не так, я не знаю. Там еще один, кажется. Граната тут! Ох, ёб, граната! В смысле? Что там бот орёт? Там же чевыхи. Он убегает? Опа. Резко потемнело, смотри, чат. Вот, блин, сейчас на выход идти или сейчас Тагилу есть шанс найти? Вот прям резко потемнело, видели? И как только потемнело, ко мне начали бежать боты со всех сторон. Видимо, вот так это у них работает. Крестика не прожалась. Здрасте. А что мы тут делаем? Что это вот у вас? Холодное оружие, между прочим. Да ёпты, куда ты бьёшь-то? Это был самый сложный килл-киллы. Он спит. Чш. Так, ракетницу, ракетницу. О, она даже не каждый раз прокает, эта ракетница. Блин. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.